Все очень устали. Перелет был длинный. Иду за своей принцессой. Вот она, Ёленька моя. Мне такой вроде тоже. Ёленька устала. Я сейчас запустил прямой эфир. Это чибрики их не местные. Оу! Давай, Ёль, на. На, держи, я сюда положу. Давай. На, держи. Прямой эфир. Занзибар Бич Резорт, у нас отель 5 звезд, ультра все включено. Тут, короче, диаревня, диаревня, неплохая погода. Ага. Кстати, вот тут тоже заставляют сумки сдавать, все. Инстаграм. Да. А симку купил, да? Симку купил за 40 долларов. Сколько? 40 долларов? 30 мегабайт. 30 мегабайт, 40 долларов. Так, Юль, все. А, да? Мы хотели так вот пройти, проканать. О, устали как собаки. А, в принципе, ничего такого, наверное, я в эфире вам не скажу. Вот можете на меня смотреть во всей красе после долгого перелета. Мы, считай, вчера из Саратова, это вот наша область, вылетели во сколько мы? То есть я спала всего 3 часа. Мы из Саратова вылетели в 1:45 Победы вообще без задержек. А в Москве должны были вылететь в 12 часов ночи, а вылетели в 2 часа ночи. Вот только сейчас вот приземлились на острове Занзибар в Африке. У-у-у! Так. Ну, чемодан. Кстати, смотрите, нам сказали, что ни в коем разе нельзя использовать пакеты, полиэтилен. Мы не стали заматывать чемодан. Я очень переживала, что чемодан наш... Я возьму. Ну, мало ли что, порвется чехол или что-то. Не стали заматывать. Короче, можно заматывать пленкой. То есть, кто поедет на Занзибар, заматывать. Никто тут ничего не проверяет, никаких штрафов нет. Так, ну что? Погода, кстати, сегодня не очень солнечная. Тепло, влажность большая. Пошли, где наш? Не знаю, Вов. Пошли. Ты зря вот это вот врубил прямой эфир. Нет, я проверил. Я еле иду. Короче, самолет был. 600 человек где-то было в самолете. Так, ага, проверяю. Так, вот тут местный колорит, смотрите, какие местные. Ага. Алло, Джамбо. Да, Джамбо. Джамбо, это привет, значит. А вот тут мы меняем. Давай. 250. Так, привет. Всем привет. Мы, короче, приземлились на острове Занзибар, Танзания. Вот. Джамбо! Местный житель. Джамбо, это значит привет, а Акуна Матата, это значит все хорошо. Так, смотрите. С табличками. А, сейчас я переключусь, вот, смотрите. Короче, я устал. Ты устал, да? Да. Вообще, я сама устала, вообще никакая. А где наша? Ищем. Ищем?
Давай надо кричать Саратов. Саратов. Как все тут вот выглядит. Ой, я не знаю, мы не заказывали абсолютно никакого. Наши друзья заказывали. Ага, вот местные олигархи стоят. Раз. А он сказал его не показывать. Два. Он не показывает. Вот. Чего? Сигареты, что? Я понял. Я еще не курил даже. Юр, ну скажи свои впечатления перед этим. Охуенно. Давай, поснимай. Смата не могу. А ты говори с матом. Все, мы смотрим. А, у нас заказан. Что там, читай вопрос. Есть? Сейчас. Узбекистан. Да, Узбекистан, Таджикистан и все то же самое. Пускай будет так, ребят. Все встречаемся в Узбекистане. Помойка. Нет, я не согласен насчет этой помойки. Окунулись вообще. Юля, смотри. Все очень хорошо. How are you, my friend? And you? Акуна Матата. Тут жара. No. Жара 40 градусов. Тебе Сако привет передает. Сако женского рода? Не пойму. Ладно, всем хорошего дня, хорошего настроения. Мы сейчас будем грузиться. Нас 12 человек. А вечером давайте все свяжемся. Всем хорошего дня.